протекло очень сильно. И текло прям по обоим, отставали обои. Протекающие и продувающие стены. С этой коммунальной проблемой челнинец Александр Иванов борется не первый год. Сделали ремонт, значит, там утеплил я максимально. А когда ремонт не делали, то продувало, даже бумажки на полу шевелились. Влажные стены по всей челнинской девятиэтажке 2704. Температура во многих квартирах не поднимается выше 18 градусов. Пока коммунальщики не торопятся, жильцы спасаются ремонтом. Все льется, ржавеет стены, сырят. В свое время коммунальщики пытались заделать межпанельные швы монтажной пены, но то ли пены не хватило, то ли денег. Проблему не решили. Дом начал трещать по швам 3 года назад. В 2015-м попытались заделать торцевые швы, но вода так и продолжает течь по стенам. Жильцы в ужасе ждут зиму. Снова будет задувать и снова все промерзнет. Пока мы вас в план не включили, нам деньги не выделили, мы ничего вам помочь не сможем. У коммунальщиков стандартный ответ жильцам. Они, в свою очередь, звонят и пишут. 2 года назад акт составляли, заделали швы. В этом году опять акт составили. 48-я квартира обращалась и 52-я квартира обращалась. Все, с этого дома никто больше обращений не было. Это по версии управляющей компании. Ремонт некоторых участков дома запланирован на 2018-й, но монтажная пена проникнет не во все щели. А почему мы будем делать весь дом, если они не протекают швы, не протекают, не промерзают? Почему мы должны делать... раскрывать швы. Только после обращения коммунальщики займутся межпанельными швами каждой отдельной квартиры. И ближайшую зиму челнинцам остается тестировать стены на продуваемость. Альбина Минибаева, Амир Залишев, Ильшат Аюпов и Альберт Шафигулин, ТНВ, Набережные Челны, Казань.